Каля 50 навукоўцаў з 6 краін свету прадставілі вынікі сваёй дзейнасці на другой сустрэчы міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 30-годзю Чарнобыльскай катастрофы. Геаграфія ўдзельнікаў: Расія, Украіна, Азербайджан, Германія, Японія. Спецыялісты Інстытута радыёбіялогіі Нацыянальнай акадэміі навук прадставілі вынікі 4-гадовых даследаванняў. Іх задачай было ацаніць уплыў трансуранавых элементаў на жывёльны свет палескага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка. У выніку атрыманы сапраўды унікальныя материала, которые и были обнародованы на международной конференции. Трансурановые элементы сами по себе такой довольно уникальная вещь в связи с тем, что их на Земле уже миллионы лет не существовало до того, как человек начал испытывать ядерное оружие или произошли вот аварии на предприятиях ядерно-энергетического цикла. Поэтому они уникальны даже в силу того, что вот зона Чернобыльская, она уникальна, там высокие концентрации, их таких мест на Земле практически нельзя найти больше нигде. Сярод найноўшых распрацовак беларускіх і расійскіх вучоных – высокаэфектыўныя лекавыя сродкі, якія дазваляюць павысіць устойлівасць чалавека да ўздзеяння радыяцыі. Интерес к таким препаратам проявляют и наши японские коллеги, и они пользовались нашим опытом, применяя определенные лекарственные средства защиты для своих участников ликвидации последствий аварии в Фукушиме. Это проекты, которые выполнялись в рамках союзного государства, в том числе это проекты, которые интересны всем странам, которые так или иначе оказались вовлечены в сферу радиационных аварий. Наибольшую цікавасць да вопыту беларускіх спецыялістаў сёння проявляе Японія. Гэта зразумела, нас аб'ядноўвае агульная бяда. Разам з тым і краіны, якія не маюць праблем з радыяцыйным забруджваннем, сёння жадаюць быць узброенымі неабходнымі ведамі. Самый большой интерес проявляют норвежцы. Это северная страна, в которой процессы кругооборота замедленные. Если происходит какое-то загрязнение окружающей среды, это, в общем-то, на многие годы. И их это очень волнует. До постчарнобыльского навукового опыта проявляют цікавость нават американские специалисты. Иншими словами, про 30 годов доследования у этой галине застаются актуальными. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».